А на 27-м участке проголосовала самая многодетная семья Актюбинской области – семья Житесовых. Этот референдум для семьи особенной, среди детей есть впервые голосующие. Кроме того, наша съемочная группа побывала и на 533-м участке, где свой голос отдал выпускник Назарбаев интеллектуальной школы. Амирхан и Амангуль Житесовы воспитывают 21 ребенка. Со слов главы семейства, очень важно прививать чувство патриотизма с самого рождения. А потому на участок для голосования семья пришла в полном составе. Малыши пришли поддержать старших. К слову, двоим детям исполнилось 18, и сегодня они голосовали впервые. Мы проснулись рано утром, чтобы исполнить свой гражданский долг, ведь сегодняшний день особенный. Сын и дочь будут голосовать впервые. Это очень волнительно. Мы с семьей полностью поддерживаем политику нашего президента Касым-Жомарта Токаева и надеемся на лучшее будущее для наших детей. Даусымды бердим. Я сделала свой выбор. Будучи казашкой, я горжусь своей страной. Желаю процветания нашему государству. А среди голосующих на 533-м участке выпускник Назарбаев интеллектуальной школы Малик Тулиген. К слову, он тоже голосует впервые и считает участие каждого гражданина очень важным для будущего страны. Мой первый опыт голосования, поэтому я вот почувствовал свою ответственность, свой вес голоса для будущего Казахстана. Анастасия Евсеева, Самат Каликенов, телеканал Актюбе.